Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Что делать с ребенком 3 класс, который не пишет классную работу на уроке? Нет желания учиться. Ну, собственно, ребенка нужно мотивировать, ребенку нужно воспитывать интерес к учебе. Вот, если у ребенка нет желания учиться, это в первую очередь свидетельствует о том, что нет мотивации, нет интереса. Вот. Интерес к учебе, в общем-то, формируют родители и никак не в императивной форме. Вот. То есть, если стараться, если пытаться, в императивной форме заставлять ребенка учиться, вот, то ничего хорошего из этого не будет, потому что ребенок это будет воспринимать по большому счету как каторгу, вот, и будет от этого всячески стараться отстраниться, вот. То есть нужно воспитывать интерес, нужно имплементировать учебу в интересы самого ребенка, не связанные на первый взгляд непосредственно с обучением, вот, чтобы ребенок как-то вот видел значение и важность того, что он учится. Вот. Также нужно понимать, что если вдруг вот, ну, грубо говоря, ребенок учиться не хочет, вот, то это означает, что могут быть некоторые проблемы в семье. Вот. То есть, как бы, ну, отсутствие, вот, отсутствие интереса какого-то, да, к учебе, вот, может быть именно вот в результате проблем в семье, и поэтому нужно смотреть, какая обстановка, какая атмосфера в семье присутствует, вот, а все ли там хорошо, вот, все ли у вас хорошо в семье, вот, все ли у вас нормально, все ли у вас спокойно, нет ли у вас, вот, собственно говоря, конфликтов каких-то, вот, ну, во взаимоотношениях, вот, насколько удовлетворены потребности ребенка, насколько ему, ну, комфортно, да, вот, не беспокоит ли его что-то, вот это тоже такой очень важный момент, на который нужно, как мне кажется, обратить внимание. Вот. Такая вот история здесь. В целом, ваше взаимодействие с ребенком требуется проанализировать, чтобы понять и увидеть, какие там могут быть
проблемы. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.